И всем привет, друзья, с вами я, Навгеймер. Сегодня мы поиграем в Unfinished Garden Tower Defense. Все работает, значит, можно играть. Я немного уже поиграл. Немного уже накопил там всего. Поэтому думаю, это будет несложно, потому что я еще хочу это играть с игроками другими. Итак, как получить это? Как можно сделать так, чтобы к вам присоединились? Просто прыгайте рядом с ними, и все, они уже пошли за вами. И после этого вы, собственно, можете. Если игрок про, то можете АФКшить, ну, то есть отдыхать. Если он не про игрок, то можете сами спасаться. Да, она вышла. Или он. Собственно, как я буду делать, если никто не будет присоединяться? Я буду просто перезаходить в игру. И в принципе, все. Скрюит гем тут. Ладно. Ну, значит, прыгаем, привет, найди. Никакой не реакции. Пытаемся подвинуть его. О! Походу он русский. Еще один бакон. Он решил пойти в соло. Ну, значит, и я в соло пойду. Все, посмотрю. Как я смогу противостоять зомбям и без других игроков.
Так, ну для начала берем кактус. И берем пиа-шутер. На нормале даже не могу выиграть. Ну, даже мы с командой не можем выиграть на нормале. Только не понимаю, почему тут музыка из Undertale, а стоит звук из Undertale. Поставлю этих 4. А сейчас как? Просто тут поставлю, ему не поздоровлю. А, стоп! Я уж не могу его поставить. А я довольно так далеко зашел. Вот минус — это лимит растений. В оригинальном ПВЗ такого не было.
Но они точно не устоят против моего кактуса. Чего? Ладно, они точно не пройдут через эту дорогу и не пройдут вон туда. Я сговорил. Да, ну все, а это катет. Надо вот этих вот грейпсов наставить. Вот сколько у них хп осталось, столько они и будут наносить самому дому моему. Уже 13 минут это удерживаю. Надо еще одного поставить. Он не так вреден, наверное, растение против зомби шел. По идее, он должен вот так вот пройти и умереть вот тут вот. Он живет. Фух, ну все, он не устоит. То есть мой дом, он выживет,
но он сам умрет. Надо бы этих обновить. Они довольно мощные. Нет. Пока что он делает только 2 дамага, но когда я его обновлю, он будет делать очень много дамага. А, все, мне кажется, я уже не вышел. Да, все, я не вижу. Еще этот элемент растений, как назло. Thank you.
Блин, как мне задавали эти чуваки, которые пытаются вечно прыгнуть ко мне на голову. Понятно. Ну, значит, два. Thank you.
Кстати, всех с Пасхой. Поздравляем. Итак, уже двойной подсолнух у меня есть. Это получается двойной-двойной подсолнух. А это просто двойной подсолнух. На изи. Ой, уже 31 минутку, ну ладно. Это последняя стадия кактуса. Дамага 5 и рейндж 28. То есть он даже вот тут вот может атаковать. Они уже как отдельные мини-боссы. Про Гаргантюю я вообще молчу.
У него уже мало хп. Он как зомби с газеты. Как только ему газету сломаешь, он сразу начинает бежать и слиться. Блин, чуть-чуть не достает. Сейчас мини-боссы пошли. О, уже минус один. Я сейчас все посолнухи вот так я обновлю. Они уже по 2000 дают. Вот это дал мне, конечно, монету. Ой, это же солнышки из Лунап Security Bridge. Не понял. Надо срочно обновиться. Стоп, точно же. О, уже левел 3 у него. Ладно, это уже не страшно.
Все, мы проиграли, короче. Да. Ну а пока на этом все. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.